Ну вот, разболталось у вас зеркало. Вот оно ходит, двигается, не держится, отваливается все время. Как это дело починить? Значит, снимаем. Вот здесь у нее, видим, вот здесь такой вот шарик. Он или крепление на самом зеркале ослабло, вот, или сам шарик уже протерся. Что мы делаем? Мы берем сигареты, берем от сигареты вот такой вот полиэтиленовый пакетик, в который сигареты заворачиваются. Складываем его в 2, можно в 4, можно в 8 раз, в зависимости от того, какая у вас, насколько это свободное крепление. И, значит, надеваем это сюда и надеваем на него зеркало. И все, после этого зеркало не болтается. Сейчас я попробую это снять как-нибудь. Вот, чтобы двумя руками это дело было видно. Ну вот, как-то так. Берем, вставляем. Вот, вставилось оно. И все, ну, теперь болтаться не будет. Она уже сидит крепенько.